Фактично в Кабміні зараз і в НБУ сидять люди, які на цьому просто заробляють. І для того, щоб аргументовано це пояснити, ми бачили от і чули плівки там, де Гончарук з НБУ сидять і думають, як вести оману Зеленського, щоб пояснити йому, що насправді відбувається. Ну, тобто ми бачили таку спробу обманути Зеленського, щоб він не зрозумів, що насправді відбувається в економіці. Я не вірю, що вони не знають, що відбувається. Я думаю, що не можна без Національного банку та Кабміну щось таке подібне робити. Ви розумієте, я от теж підходив до моменту опублікування цих записей, я підходив до цього, і я думав, що от біс знаходиться в них. Ну, то есть они четко понимают, что они делают, вот как вы говорите, зарабатывают. Ну, зарабатывают, понятно, что не они. Они позволяют делать заработок определенным организациям, которые выпускают. Ведь под кого-то эти долговые обязательства выпускались. Вы же поймите, это не может быть случайно. Когда целое государство, европейское государство, огромное, планирует выпуск долговых обязательств, оно должно ответить себе на вопрос, зачем оно это делает, для чего. Понимаете? Если ответ следует, что у нас дефицит в бюджете, и мы таким образом латаем бюджет, то это утопия, потому что рано или поздно эти деньги, которые ты выпустил, долговые обязательства, прилетят, да еще и с процентом. Это утопия. Соответственно, мне мысли приходят таким образом, я всегда считал, что это вот тот бес там сидит, в Кабмине, и в Национальном банке, который, как Гонтарева, четко понимает, что она делает, зачем она это делает, и может вовремя остановиться. Вот что важно. Понимаете? А после, все ж таки, как вы ознакомились с этими плівками? Я понял, я с ужасом узнал, что эти люди, не понимают, как происходит государственное управление, они не имеют внутреннего плана и внутренней стратегии, то есть вот они делают злонамеренные действия, для страны это плохо, крайне плохо. Но они даже не могут остановить этот процесс. Потому что они не понимают, с чего он начался, кто выгодополучатель на нем. Ну, они там, наверное, вот в этом вопросе что-то как-то понимают, но не понимают, уверен, до конца. Но они же и не могут остановить этот процесс, понимаете? Потому что их затянуло это, они начинают перекрывать дыру в бюджете новыми долговыми обязательствами и, по сути, делают вот такое МММ. Ну, то есть это наша страна, экономика нашей страны на сегодняшний момент представляет из себя огромное МММ, но на ней еще и нет мозга сверху, чтобы остановить этот процесс. Але громадяни не мають права купити ці МММ-облігації, але тільки перелік закордонних, я так розумію, чи українських великих інвесторів. Я правильно розумію? Этот клуб, кто покупает эти ценные бумаги, он закрыт. Ну, то есть это точно не продается всем, кому попало. Первое. Во-вторых, то, что люди, которые находятся в Нацбанке, посаженные фунты, которых вы слышали на записях, они контролируют этот процесс, потому что эта пирамида, рано или поздно она обрушается. Ну, то есть понятно, что по долговым обязательствам нужно платить. Вопрос в том, кому платить, когда и сможем ли мы это выплатить. Или потребуется реструктуризация, такое слово. Еще раз говорю, в экономике нельзя все объяснить достаточно просто, ну, это точно. Особенно в государственной экономике. Потому что вот когда мы слушали с вами записи, и когда они говорят вот, президенту объяснить на словах, ну это же идиотизм. Ну то есть вот вы представьте, целый премьер-министр собрал экономистов, и они общаются на уровне общения на скамейке посидеть. Но так никогда в жизни не было. Вы понимаете, существуют стратегии развития государства. И в этой стратегии, в том числе и финансовые, создаются целые тома документов, вот как ведет себя валюта, почему она ведет себя, реперные точки. То есть это целый сценарий происходит. Там год, два, три жизни государства, финансовые жизни государства. То есть если валюта сильно укрепляется, это не всегда хорошо, это в основе там плохо, если вы что-то как бы производите. Если что-то производите. В нашем случае, это честно сказать, вот то, что эксперты говорят там, для производителя это плохо, а что вы производите? Ну то есть для нас, вот мы уже находимся на таком пике дна,
Что для нас уже это и не страшно. Не, потому вони, что мы вони, ничего вони не производим. Кукурудзу, пшеницю. Не, ну это... Метал. Да, ну мы это как не, бы... Не автомобили, так космичные корабли. Товар не с очень вот повышенной кажучи. Стоимостью. Мягко кажучи. Цена, да. Цена на эту продукцию находится, оценивают ее за территорией нашей родины. Поэтому там это тоже не накладывает такой сумасшедший отпечаток. Понимаете? Я сейчас кощунственные вещи говорю, но мы находимся на таком дне вот, финансового управления нашей страной. И поэтому эти записи, они страшны. Они страшны, потому что, понимаете как, когда ты сражаешься с бесом, то очень хорошо воспринимать себя, что ты, вот напротив тебя именно бес, а не дурачок. Понимаете? То есть он придумывает какой-то хитрый план. Вот у меня была всегда идея, что там, Гончарук, он прикидывается, этот самокат, это все. На самом деле это хитрый план, что кабинет министров, это хитрый план. Я не понимал то, что это полные профаны, что они ведут нас в тупик, в утопию. То есть мы уже будем падать с этого обрыва, а они даже не поймут, к чему они нас привели.